Уважаемые друзья, весьма знаменательно, что сформированная в соответствии с решением Всебелорусского народного собрания Конституционная комиссия начинает свою работу сегодня, в День Конституции. Поэтому позвольте мне поздравить весь белорусский народ с этим праздником. С основным законом нашей страны мы прошли путь становления первого суверенного государства на нашей земле. И значение, наверное, этой Конституции будет определяться прежде всего этим фактом. Принятая 27 лет назад, Конституция стала символом новой эпохи, свободной, мирной, стабильной жизни белорусского народа. Все эти годы мы развивались, следуя тем принципам, которые были заложены в основу нашей Конституции. Мы многого достигли, и жизнь не раз доказывала правильность выбранного пути. Индикатором стали мир и порядок в нашей стране, согласие в обществе, сохраненное, невзирая на многочисленные попытки внешних сил нести разлад в наш общий дом. События прошлого года продемонстрировали устойчивость системы. Это не что иное, как твердость позиций и принципов людей с государственным мышлением, которые сохранили страну. Мы всегда говорим, вот Конституция, хорошо, вот благодаря ей. Конституция – это, естественно, важно, документ, но, давайте откровенно, это была бы бумага, если бы не вы, люди, которые формируете общественное мнение.